Путем наставничества происходит введение в профессию в системе доп. Образования Сергиевского района. Это удобно для педагогов, приходящих сюда из реального сектора экономики, к примеру, с отличным опытом и знаниями, но дефицитом навыков в преподавании, психологии. В частности, педагог высшей категории с 20-летним стажем Анна Куля не только приобрела успешный опыт как наставник, но даже стала участницей профильного конкурса. С 2019 года она помогает влиться в профессию молодому специалисту, педагогу Ивану Тимашеву. Наставничество стало для меня, конечно, ценным опытом, потому что это, знаете, это как улица с двухсторонним движением. То есть я учу Ивана методически грамотно простраивать занятия, общаться с детьми, повышать свои компетенции именно в педагогике, например, или психологических особенностях детей, а он учит меня логике, разбираться в цифровых технологиях, в современных каких-то. Предыстория этого сотрудничества такова. Иван Александрович получил диплом аэрокос, в свое время прошел переподготовку и начал карьеру педагога доп. Образования технической направленности. А так кардинально сменить отрасль не просто. На помощь пришла как раз система наставничества, тренинги и практические советы более опытного педагога. Анна Викторовна с пониманием и терпением относится к моим вопросам, касающимся моей профессиональной деятельности. Может дать совет, ну и помогает выстроить взаимоотношения и взаимопонимание с обучающимися. Этот талантливый и творческий наставник, который увлеченный своей работой человек. В итоге, как отмечают коллеги, под руководством опытного наставника у молодого перспективного педагога Ивана Александровича заметно вырос профессиональный уровень. За 3 года он неоднократно участвовал как спикер в различных семинарах, конкурсах и, что важнее, точно нашел подход к своим воспитанникам.